В рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя» и контроля исполнения наказов народной программы «Единой России» депутат Одинцовского округа Вячеслав Киреев, Ирина Грабарчук и Павел Чемурлеев проинспектировали ремонт фасада дома номер 10 по улице Лесная в поселке Лесной городок. Сейчас подрядной организации проводятся работы по утеплению фасада с применением бескаркасной системы с трехслойными утепляющими панелями и ремонту отмостки. Выполнена замена входных дверей, подъезды на металлические двери в энергосберегающем исполнении. Объем выполненных фасадных работ составляет более 4000 квадратных метров. Ремонт идет по графику и с надлежащим качеством, отметили депутаты.